Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи. Наш поезд отправляется в направлении Смоленской. Станция Киевская Арбатско-Покровской линии. Это одна из старых станций метрополитена. Была построена после Великой Отечественной как замена менее глубокому участку, который нынче является Филевской линией. И долгое время эта станция являлась конечной, пока линию не продлили в ту сторону, вот до Парка Победы. Прямо у нас будет переход на кольцевую линию. Сейчас уже западный радиус Арбатско-Покровской линии огромный. Он идет аж до Пятницкого шоссе и вобрал в себя бывшие станции Филевской линии, Молодежная и Крылатская. Вот сейчас как раз вот этот поезд едет в ту сторону. Когда-то станция Киевская являлась конечной. Ну, пойдем сейчас на выход в сторону Киевского вокзала, торгового центра Европейский и нового павильона МЦД, которые сделали с целью ознакомления с московскими центральными диаметрами. Отсюда вот люди идут также с кольцевой линии. Они поднимаются еще по одному эскалатору. А вот этот уже самый длинный ведет в город. Ой, и на Филевскую линию также. Проехали эскалатор. Экспозиция, посвященная Украине. Все в вышиванках. Вот сюда можно перейти на Филевскую линию. Она мелкого изложения.
Опа. Так. Вот мы вышли в город на площадь Киевского вокзала. Здесь вот после реконструкции первый раз. Тут симпатично все сделали. Здесь, насколько я знаю, раньше была проезжая часть. Сняли троллейбусные провода, повесили хай-тековское освещение. Скоро, кстати, здесь запустят электробусы. Вот там далее стоят зарядки под ним, под них туда, ближе к площади Европы. Так, вот он, торгово-развлекательный центр Европейский. Ну и пойдем посмотрим, что у нас здесь павильон МЦД. Оповещает людей, так скажем, о новых диаметрах, в которые превращаются железнодорожные направления. Даже в метро объявляют выход павильона МЦД. А вот сюда влево у нас можно зайти в Киевский вокзал и к пригородным электричкам. Все, наверное.